19-летний Максим Пиман отрабатывает боксерский прием «бой с тенью». Представляет противника, наносит удары и атакует. Кикбоксингом парень занимается около 2 лет. Рассказывает, главное, что привлекает в этом виде боевого искусства – работа на развитие выносливости, силы и характера. Я остался один без поддержки, то есть дружеской, то есть... Например, без девушки, то есть поддерживали только родители. И хотел просто, чтобы стать сильнее, все-таки пойти на кикбоксинг и для себя уже заниматься. И сейчас планы получить, конечно, в будущем, может быть, КМС или мастера спорта по кикбоксингу. На сегодняшний день в клубе работает школа спортивно-патриотического воспитания, где занимаются ребята из малообеспеченных семей, а также трудные подростки. Все занятия проводятся на бесплатной основе. У нас с Кареном Андреевичем возник такой план в части привлечения детей к спорту, отвлечения детей от пагубных привычек. Карен увлекает их спортом, а мы рассказываем о правилах поведения детей на улице, как не стать жертвой преступления, рассказываем о возможной ответственности за совершение тех или иных деяний. 3 года назад у спортивного клуба «Карс» был 1 филиал. Сегодня их 5. Начинались секции по кикбоксингу, позже добавились смешанное единоборство, рукопашный бой и боевое самбо. Нам сильно поддерживает организации компания «ДАТ» во главе президента Александра Сергеевича Давтяна. Очень рад, благодарен ему за то, что он понимает важность развития спорта в стране, в области. В планах у спортивной организации «Карс» расширить свою сеть. Для этого регулярно проводят семинары и встречи с профессиональными спортсменами. Юлия Семененко, Надежда Тофан, Борис Буцевич, медиагруппа «Объектив».